В Снежном на постоянной основе работают бригады медиков из Самары, рассказывает в телеграм-канале Куйбышевского района. Главный врач Самарской городской больницы номер 10 Дмитрий Лисица приезжает сюда уже во второй раз. Набор специалистов определяется в зависимости от запросов администрации Центральной городской больницы. В основном это врачи-терапевты, педиатры, хирурги, травматологи, окулисты, неврологи, врачи ультразвуковой диагностики, отмечает медик. Такое сотрудничество проводится в соответствии с соглашением, которое было подписано между правительством Самарской области и администрацией города Снежное. Как поступить в сложной жизненной ситуации, к кому обратиться за помощью, когда своими переживаниями не хочется делиться даже с близкими или друзьями, рассказывают в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. И напоминают, что в этом случае можно позвонить по телефонам доверия, и вам обязательно помогут. Для взрослых 8 800 121 15, для детей и подростков 8 800 2122. Средства материнского капитала можно потратить только на установленные законом цели. Например, оплатить первоначальный взнос по ипотеке или образование ребенка, напоминают в телеграм-канале промышленного района. И подробно рассказывают, как получить, потратить материнский капитал и законно его обналичить. К примеру, нельзя обналичить материнский капитал через фиктивные сделки с недвижимостью или договоры с образовательными организациями. Такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество, а маткапитал придется вернуть. В Октябрьском районе Самары прошел очередной семинар-тренинг для представителей советов МКД в рамках проекта «Мой дом», сообщают в телеграм-канале. В семинаре приняли участие представители Государственной жилищной инспекции региона, некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области» Фонд капитального ремонта и управляющие компании. Спикеры выступили с информацией о работе системы ГИС ЖКХ, об обеспечении тишины и покоя жильцов МКД и успешном опыте управления МКД. По окончании семинара председатели советов многоквартирных домов получили консультации по интересующим вопросам.